Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. 1,5 миллиона фальшивых купюр. Житель Самары задержан в Москве. Когда в доме поселился беспокойный сосед, дом трещит по швам. Полицейские разыскивают хозяина квартиры, сделавшего незаконную перепланировку. К холодам готовы. Более 90% домов Самары уже подключены к отоплению. В Москве задержали жителя Самары с сумкой, полной предположительно фальшивых денег. Под подозрение мужчина попал еще в мае этого года, когда в одном из торговых центров Самары расплатился поддельной купюрой в 5000 рублей. Установить его личность смогли довольно быстро. В ходе обыска у 41-летнего мужчины нашли еще 1,5 миллиона рублей. Купюры с признаками подделки. Если обвинения подтвердятся, предполагаемому фальшивомонетчику может грозить до 12 лет лишения свободы и крупный штраф. Подозреваемый взят под стражу. Прокуратурой было поддержано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Данное ходатайство судом удовлетворено. Гражданин находится в данный момент под стражей. Подходит к завершению назначенной экспертизы по факту установления действительно подлинности этих купюр. В Красноглинском районе разыскивают хозяина квартиры, который без согласования провел перепланировку. Новый сосед в доме номер 30 по улице Сергея Лазо разобрал оконный проем, чтобы открыть магазин на первом этаже. В результате повреждены несущие конструкции, что отразилось на техническом состоянии всего строения. Материалы направлены в правоохранительные органы. Старый кирпичный дом снова стал давать трещины. Если не принять срочных мер, последствия могут быть непредсказуемыми. В ситуации разбирался Олег Зверев. Вот, смотрите, перекосила дверь так, что она не закрыта на ключ. Да. Чувствуете? Ревмира Илларионовна каждый раз заходит в свою старенькую квартиру с опаской. В последнее время дом снова пошел трещинами. Щели появляются на потолке и на несущих стенах. Трещин полно почти что во всех квартирах, и они опасны для проживания. Особенно вот этот почему-то четвертый подъезд. Жители дома номер 30 по улице Сергея Лазо считают, что на техническое состояние дома повлияли магазины на первом этаже. Свежие трещины в конструкции стали появляться после того, как новый сосед, хозяин жилого помещения, без согласования с властями провел перепланировку. Вероятно, чтобы открыть очередную торговую точку. А в результате повредил монолитный пояс, которым дом был стянут по периметру. Его установили при капитальном ремонте в 2013 году. Изначально дом был построен в 1957. За 60 лет строение обветшало, и стяжка стала единственным способом сохранить дом. Теперь конструкция нарушена. Возникает сейчас вопрос с тем, что вот собственник данной квартиры, скажем так, нарушил конструктивную особенность данного дома. И возникает вероятность именно вот аварийного состояния. Жители рассказывают, что даже не заметили, как сосед успел разобрать проем. Ночью был слышен строительный шум, а с утра как гром среди ясного неба. Известие о повреждении монолитного пояса поступило в районную администрацию 30 сентября. Владелец этой квартиры, который произвел самовольно переустройство и сделал выход в оконном проеме, не обращался в администрацию Красноглинского района по переводу из жилого помещения в нежилое, хотя это является основанием для всех работ по производству вот этой входной группы. То есть все действия произведены самовольно. В настоящее время администрации подготовлен запрос в Государственную жилищную инспекцию по Самарской области, по компетенции, это как раз их вопрос, в отдел полиции установить личности, кто произвел эти работы, и прокуратуру Красноглинского района. Установить личность – ключевое слово. Дома его нет, да и жить здесь, скорее всего, он не собирался. Не удалось найти хозяина и съемочной группе событий. Сейчас первоочередная задача – найти хозяина квартиры и призвать к ответу. Он должен восстановить стяжку и заплатить административный штраф. Но данное правонарушение может быть квалифицировано как порча общедомового имущества. А значит, собственнику квартиры может грозить уголовная ответственность. Восстановить дом в прежнем виде вряд ли получится, а у жителей свое мнение про нового соседа. Судить, что нужно. Судить и пусть восстанавливают. Олег Зверев, Артем Сулайманов, «События».
Теплые дни подходят к концу. Ближайшие выходные станут последними, когда столбик термометра будет выше 10 градусов тепла. Затем температура в регионе будет колебаться от 2 до 7 градусов, а по ночам опускаться ниже 0. Через неделю возможен и снег, но Самара к холодам готова. Более 90% домов уже подключены к отоплению. Оставшиеся дома и учреждения тоже подключены, но проблемным стоит вопрос регулировки подачи тепла. Об этом рассказал Владимир Василенко на рабочем совещании в Самарской городской Думе. Вице-мэр отметил, что в ближайшие дни все работы будут завершены. Я думаю, что как раз вот эти вот передышка 3-5 дней, которые дадут нам в полном объеме начать работу по стоякам, для того, чтобы наше население вот не страдало от холодов. Конечно же, ситуация положительная, и можно так охарактеризовать. Тепло пошло, скоро наступит холода, мы уже будем готовы. В Усайском районе практически получается, почти все 100% домов запущено тепло. Четыре района Самары, более 1200 многоквартирных домов. Такой сегодня масштаб жилищного фонда, который находится в управлении ЖКС. На рынке жилищных услуг управляющая компания уже 3 года. Свой день рождения ЖКС отмечает вместе с самарцами. На празднике побывала Лариса Шалафаст. А у кого же тогда день рождения? Жители 137-го дома по улице Мичурина хорошо знают. День рождения отмечает их управляющая компания ЖКС. За несколько лет сотрудничества в доме сделано многое. Отремонтировали кровлю и козырьки над подъездами, обновили отопительную систему и канализацию. Сделали канализационные трубы нам. Это тоже. Здесь около первого подъезда канализационная труба, она лопнула в двух местах и вынуждены были заменить 8 метров трубы. 3 года назад жители больше 1200 многоквартирных домов Самары доверили ЖКС управление своим жильем. Компания, постоянно развиваясь и наращивая материально-техническую базу, задала новые стандарты качества услуг. Ежедневно работники 22 ЖЭУ занимаются содержанием домов в чистоте и порядке, благоустраивают дворы. Самое главное, говорят специалисты, это непосредственная работа с жителями. Мы свое как специалисты, они свое как жители. И вот в этом есть взаимопонимание. Есть взаимопонимание, и как пойти и им навстречу, и они прекрасно понимают наши доводы, для того, чтобы они спокойно дальше продолжали находиться в своих квартирах и с водой, и с электроэнергией, и с канализацией работающей. Поздравить управляющую компанию ЖКС с днем рождения пришли взрослые и дети. После подвижных игр для всех гостей организовали чаепитие. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Благоустройство городских улиц предполагает не только дорожный ремонт, в порядок приводятся тротуары и пешеходные зоны. В поселке Красная Глинка своя специфика. Он расположен на склонах Сокольих гор, и многие улицы имеют сложный рельеф, а многоуровневые тротуары оборудованы лестницами. Сейчас они тоже приводятся в порядок. В этом убедился наш корреспондент. По ступеням этих лестниц можно обойти всю Красную Глинку. Сложный рельеф Сокольих гор, на которых расположен поселок, придает особый колорит улицам. Но со временем лестницы обветшали, и по многочисленным просьбам их стали приводить в порядок. Конечно, отлично. И можно поручни держаться, и все нормально, хорошо. Всего по Красноглинскому району уже отремонтировано 7 лестничных переходов. Строители не просто придают новый лоск многоуровневым тротуарам, здесь появляются пандусы, поручни для детей и взрослых. Все работы за счет местного бюджета. Много было нареканий, что лестница старая, были травматизм, то есть среди жителей падали. И жители просили отремонтировать капитально эту лестницу с установкой пандуса и поручней. Еще 3 лестницы отремонтированы в поселке Управленческий и 1 на мехзаводе. В Красноглинском районе сложный рельеф, то есть разные уровни тротуаров. И, конечно, людям очень удобно ходить сейчас по новым этим лестницам, потому что все-таки есть теперь поручни. Сегодня механизм решения городских проблем отлажен. Работают районные советы. Просьбы жителей выполняются по мере поступления денег. В новом сезоне реконструкция лестниц в Красноглинском районе будет продолжена. Лариса Шалафаст, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах дня. В
суд направлено уголовное дело об убийстве бывшего начальника сызранской полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Архан Захрабов обвиняются в совершении преступлений по статьям «Разбой, убийство двух и более лиц», а также по статье «Покушение на убийство малолетнего». Напомним, преступление произошло в апреле 2016 года в селе Ивашовка. Обвиняемые проникли в дом ночью и, переходя из комнаты в комнату, наносили удары спавшим в доме людям битой. Выжила только 7-летняя племянница Гошта, она до сих пор проходит лечение. В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, 2 года назад подозреваемый прошел государственную регистрацию в налоговой в качестве главы крестьянского хозяйства и представил в областной Минсельхоз документы с ложными сведениями о желании разводить сельскохозяйственных животных. После получения грантов 10 миллионов рублей мужчина потратил деньги не по назначению. Торговали производственными секретами. В одной из гостиниц Самары оперативники ФСБ задержали 2 жителей Чапаевска. Мужчина и женщина решили обогатиться, продав конкурентам секреты завода. Женщина – бывший работник общества с ограниченной ответственностью, которое является поставщиком крупнейших предприятий нефтяной, газовой и горнорудной промышленности. Она похитила сведения, составляющие коммерческую тайну, и записала их на флешку, которую оценила в 2 миллиона рублей. В момент совершения сделки продавцы были задержаны. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Верховный суд смягчил приговор 2 осужденным за убийство главы горилки в Самаре. Напомним, виновными в совершении преступления признали Сергея Казаева, Вячеслава Калистратова, Максима Колесникова и Сергея Дагадина. Суд приговорил их в общей сложности к 76 годам лишения свободы. Такой приговор фигурантов дела не устроил. Они обратились с жалобами в Верховный суд Российской Федерации. В итоге приговор был смягчен Вячеславу Калистратову и Максиму Колесникову. В Самаре закроется визовый центр Испании. Теперь туристы смогут подать документы на визу только в Москве и Санкт-Петербурге. Причиной закрытия визовых центров во многих регионах России стала смена поставщика визовых услуг властям Испании. Заявители, которые уже записались на подачу документов в визовый центр до 10 октября, могут подать документы прежнему поставщику услуг. Остальным придется обращаться непосредственно в Генеральное консульство Испании в Москве или Санкт-Петербурге. Любимый учитель у каждого свой. Любимый учитель как будто родной. В Куйбышевском районе поздравили с Днем Учителя и отметили самых лучших. К поздравлениям присоединился Андрей Горгуленко. Людмила Вискалина имеет за своими плечами долгую и успешную карьеру в школе. Прошла путь от учителя до директора. Самым главным в своей профессии считает душу. Ведь дети обожают именно тех педагогов, которые относятся к ним с теплом, любовью и доброй душой. И обнимают, и поздравляют, и спасибо говорят, и от родителей мы слышим благодарности. Поэтому я думаю, что не зря выбрали мы профессию такую. Самых выдающихся учителей отметили в Куйбышевском районе. Среди лучших как опытные, так и молодые специалисты. В отдельной номинации отметили преподавателей начальных классов. Ведь именно они дают первые знания и наравне с родителями учат первым шагам в самостоятельной жизни. Учитель – это, наверное, как вторые родители, потому что это самое, наверное, трудное. Самая важная профессия, наверное, которая из всех профессий, которые существуют, несмотря на то, что все профессии важны. Награждение лучших учителей в Куйбышевском районе уже традиция, нарушать которую не собираются еще очень долго. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. 3 километра свежего асфальта. В Самаре ремонтируют Волжский проспект. Средняя зарплата в регионе достигла 28 тысяч рублей. О проблемах трудовых отношений говорили сегодня в Самарском Белом доме. От маляра до городского главы и борца с пьянством Самара празднует 150-летний юбилей Михаила Челышева. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго.